Всем привет, с вами дядя Володя Страшный. И вот, например, я знаю два извечных вопроса. Ну, как минимум два. Где взять денег и что лучше, Иш или сука Ява? Поэтому сейчас мы идем к Яве. А насчет Ижа я и без вас знаю, что он лучше Явы. Ну что, пришли мы вот к Яве, да? Ява 634, да? 634-я, 6-вольтовочка, 79-й год выпуска. Ну, само собой, тогда, в 79-м году, вот она была прекрасна, да. Особенно, когда она еще стояла там на конвейере, и когда ее ни один там этот, ну, ни один из них, да, не лапал. Ну, с тех пор прошло 40 лет, и вы видите то, что видите. Ну и сейчас мы рассмотрим это все поближе. И акцент у нас сегодня будет на амортизаторах. Я их называю ароматизаторы, потому что от них всегда попахивает дерьмищем. Ну, такое мое мнение. А как вам это, ну, как бы, согласны вы или нет, это уже не мое дело вообще. Ну так вот, что насчет этого дерьмища. Значит, дело было так. Сижу я, значит, в гараже, попиваю пиво, слушаю музончик, занимаюсь велосипедом. Ролик. Поставил на него еще вчера рулец и занимаюсь как бы этими тормозами. Ну, подсоединяю, присоединяю, тут все настраиваю туда-сюда. Вот. Чую запахло. Пошел искать. Пошел я мелкими шагами, так сказать, я не поэт, а это самое скажу стихами. Пошел я мелкими шагами искать, откуда запах этот вот как бы есть. Шел, Ижак, конечно, не воняет. Вот, и пришел, фонят ароматизаторы. Ароматизаторы Явы 634, фонят вообще. Я даже в гараже учуял это. Вот, в чем дело? Видать, прикасался к ним гомняных рук мастер. Но опять же, это с какой-то точки зрения, может быть, неправильное зрение, а может быть и точка не в том месте поставлена. Сейчас мы это с вами и будем обсуждать. Ну и так вот, на экранах вы видите надроченный на, ну сейчас скажем, насколько точно. Не поленился, сбегал за этим измерительным прибором, называемым этот линейка раскладная, и меряем. Ну, надрочили, как я говорил, 6-7 сантиметров. В общем, 6 сантиметров, 6 ровно, 6 надрочили на 6, шестерочку целую добавили. Вот, ну что можно подумать насчет этого? Насчет этого я могу предположить следующее, что человек был высокого роста. И данный мопед ему казался маловатый. Чувствовал он себя в седле этой Явы некомфортно. И потому как, я думаю, что значит у него был 1,85 м плюс. 1,85 м плюс. Потому что 1,83 м нормально чувствует себя человек. Адекватно. Вот. Ну, с учетом адекватности самого человека, конечно же. Вот. И он решил надрочить задние аморты. И таким образом добавил в каждый по 6 сантиметров. Мощеклет поднялся на шестерочку сзади. А перед, в смысле, также и остался. Вот. Ну и человек стал использовать его для передвижения туда-сюда. В общем, вот этот. Подождите, что за нахер? Кого я вижу? Это что такое? Почему без разрешения? Это где такое видано? Эуа. Белка, белочка, кися, ты чё в моем мотоцикле, туристе, делаешь? Ты куда собралась? Спишь? Ну, спи, ладно, спи, я разрешаю, даю разрешение. В общем, амортизаторы поднял человек великого роста. 1,85 м плюс, один из вариантов. Ну и так, делюсь вторым вариантом. То есть Ява — это мотоцикл легендарный,
всеми как бы любимый, почитаемый. И ну, люди-то они не только в городе живут, они же живут, как я, в деревне, там где-то у этих, в Ебе, ну там, где куда и нельзя уже вообще никогда попасть. А, ну так вот, если только не пешком, с палочкой. В общем, человек обычного среднего роста, такой как я, 1,80 м и меньше, значит. Но почему он надрочил эти ароматизаторы до такой степени, что завоняло в гараже 6 см плюс? Потому что он жил не в городе, а жил где-то там, в таком селе, там, где эти вот самые, как они там называются, эти самые, ну, в общем, где трактор едет, а после трактора там одна яма сплошная. И ехать как-то надо, и чтобы, ну вот я еще и заключил-то, потому что колени-то все изогнуты. Колени изогнуты. Нет, не у меня. У данного мотоцикла коленки изогнуты до беспредельного состояния. Вот тут как будто бы вот она стояла всю жизнь на коленях на своих. Вот стояла. И что она там делала? Нет, нет. У нас без этого. Ява никогда в жизни, ну если только у Юпитера, может, слегка. На пол, это, да, слегка. В общем, сами знаете, что сделать. Вот. Ну и вот этот человек, скорее всего, может быть, жил в сельской местности и ездил к ближайшему орешнику за новой метлой. Как в песне в той, в мультфильме интересном, где пластилиновые там все эти вороны были. Вот. Не знаю, как они летали, потому что пластилин-то весит очень много, много весит пластилин. И думаю, что пластилиновая ворона априори летать не могла вообще никогда в жизни. А если бы полетела, то я думаю, чтобы вот она бы, да. Вот. В общем, вот вариант второй. Второй вариант. Да. Ну ладно. Сейчас я подумаю, может, третий вам рожу. Да, что-то как раз живот заболел. Так, ребят, третий вариант надроченности амортизаторов, конечно, правильно называется, но я всегда называю ароматизаторы, потому что от них сильно воняет вот этой надроченностью. Надрочили их на 6 сантиметров, повторяюсь по-прежнему, не устаю это говорить. И в связи с тем, что если посмотреть на них, вы сразу увидите эти неистовые распорки, 4 штуки на заднем колесе. И это не минимум, не максимум, не дать, не взять, не как бы не срать, не мазать, а, как говорится, человек-эндурист. Эндурист-человек. Человек-эндурист. Вот. Рвет, мечет, поднимает, прет, скачет. То есть, а вообще это по сути зверь. Зверь по сути по своей. Он даже утром просыпается, одеяло найти не может. Нет, не под потолком. Нет, нет. Нет, не угадали. Пошел, высрал. Вот, да. Бывает, эндурист. Сука, это такой человек, человек-зверь. И вот его заставило это все вот так вот поднять, усилить, закрепить. Да, вот эта потертость этих труб рядышком же. Вот же, все вместе. Глядите, ребят, картинка складывается, как пазл. Пазл. Кстати, кубик Рубика складывать умеете? Ну, кто умеет, тот не надо гордиться, я тоже умею. Человек-эндурист. Отсюда трубы поцарапаны, распорки. Вот, между ступицей и ободом. Надроченные, конечно же. Ну, они поэтому и задрочены, конечно. Вот, вот, все, вот, вот она. Это эндуристская, эндурная. Вот, после него же. Вот, вы как, это ж... Не просто так, когда едешь по дороге, вот она шо так сзади, знаете, вот сейчас покажу. Когда быстро едешь по трассе, вот этот брозовик, вы не знаете. На ваших шестерках, семерках, даже у вас там какой-то, ну нет, BMW нет. А вот, когда вы едете, вот эти брозовики вот так, они сзади. А вот так, чтобы вот, вот, стерлось, затерлось, это нужно где-то по ямке застантить, прыгнуть, чтобы ее вот так вот залупило туда. Сейчас покажу, как. Чтобы захватило туда.
вот так и колесом стерло. Да еще большой пробой должен быть. Понятно? Надеюсь, понятно. Ну, нормальный человек поймет, долбоебу это, так сказать, и не нужно вообще знать. Ну вот, ребят, поэтому, что, сегодня у нас день четвертый, так сказать, Ява 634 тип, вот, типаж такой у нее. И мы с вами обязательно должны снять эти вонючие ароматизаторы. Я вот только не знаю, как без снятия глушителей открутить снизу от маятника. От маятника амортизатор. Но я думаю, что я с этим справлюсь. А вы смотрите все, как это будет. Ой, ребята, стойте. Пошел за ключами и вернулся. Ведь еще есть вариант. Вариант не эндуриста, а сука просто какого-то извращенца. Больного на голову, бляха. Это что же вариант? Таких же много. Сука. Ну, маньяк. Это маньяк какой-то. Взял вот это вот. Да-да, ребят, ну, подождите. Это тоже вариант. Судя по шву, это шов маньяка. Это же нормальный человек, так не будет варить. Смотрите. Знаете, стык какой. Рваный. Да еще криво приварено. И потом еще, зная, что будет вот так будет. Вот так потом будет лупить там. Вот, вот туда, в глушак. Это, сука, только маньяк может так вот, извините за выражение, литературное слово назвал я. Это только маньяк. И это вот, подождите, а вот эта сварка, это как? Это тоже, вот, а то я распорки, эндуро. Какие распорки? Вот, опустите глаза ниже, ребята, куда вы там в небеса смотрите? Все гораздо прозаичнее. Это был маньяк. Это мотоманьяк. И еще мотоманьяк, видать, был со вкусом. Со вкусом клубнички, потому что это цвет клубники. Однозначно. Да. Ха! Наконец-то мы... Подождите, а кого вы там видите? Не, это не маньяк. В общем, скорее всего, этим мотоциклом владел маньяк. Маньяк-извращенец. Во! Итак, начинаем снимать ароматизаторы. Маньячные. Семнадцать-девятнадцать наше все. В общем, ребята, когда после маньяка что-то делаете, обязательно надо иметь... средства защиты, потому что это сучара мало ли что, за что, куда, когда хватался. Это ж, блять, это он надрачивал эти амортизаторы, вы думаете, что только сварка? Я думаю, он еще теребонькал себя, однозначно. Поэтому 19-й ключ сюда, вот этот ключ туда, вот сюда, и начинаем крутить. Сучара, маньячара. Затянул же. Нет, трещотку портить я не буду. Возьму, пойду просто вороток. Хоп. Вороток без удлинителей, потому что все это выворачивается и не тянет. Так. Может, болт с левой резьбой? Блять, сучара, а? Это ж, вот представляете, ребят, ни контрагайки там нету, чего она не идет? О, у меня звонит телефон, а я отломил эту самую, болт отломился, сейчас покажу. В общем, гайка, которая оторвалась, я ее не нашел, где-то она там валяется. Сейчас мы будем это самое. А тут еще Денис позвонил и грозным голосом сказал: без меня стрим, говорит, не начинай. У меня, говорит, есть что сказать людям. Людям хорошим, добрым сказать, что есть человеку. Вот. Вот.
вот он этот болт отломатый. Ну-ка, сейчас я в камеру полежу. Видно вам? Видно. Вот он, отломатый. Не ругаюсь матом. Потом я вам покажу сайлентблок на этом. Да что я покажу сразу вам? Что там показывать? Я его выпрессовываю пальцем. И это сайлентблок, который был наполовину вот так вот торчатый. Вот. Потом отводим вот так вот. Потому что, когда он это самое того, оно должно просесть. И потом внизу, внизу вот там, вот здесь, появится вот здесь гайка, болт, что там на что прикручено, я не знаю, не помню. И, в общем, мы уже тогда будем сымать. А сейчас я принимаюсь за вторую сторону. Это вам не интересно, видос будет длинный, и нахер оно вам надо. В общем, тот болт верхний левого амортизатора открутился благополучно. Видать, когда его ставили, фаза луна была, ну, в этой, в теме, в нормальной, нормальной теме. Сейчас мы выдернем этот болт. А тем временем я еще и мотоцикл на подножку поставил, на центральную, ну, если ее можно назвать, ну, на протезы на эти вот. Вот, так. О, я вдарил Урала, ребят, своего туриста. Слегка. О, отсоединил. Смотрите, тут болт нормальный, благополучный, с резьбой, не отломатой. Что нам остается? Остается нам задрать кверху колесо. Сейчас попробуем. Смотрите, буду пробовать. О, получается. Вот так. Кирпичик поставить под него вот туда и открутить вот это вот, что осталось. Ну, перед тем как открутить, я вам покажу, что там осталось. Самому интересно стало. В общем, я не поленился, сходил, принес кирпич, ну, часть его, вот так поднимаем и шо поднимаем. Ой, тяжело-то мне как. А что-то не поднимается. Что-то... О, поднял. С рывка поднял. Поднял с рывка, держу. Поднял, держу. Стоит. Стоит, ребята. Стоит. Слабо стоит. Ну, сейчас переставлю. Ух. Ну что, рассматривать смысла нету. Гайка там, там гайка, ребят. Гайка на 17. И мы ее сейчас будем откручивать. Опять, ой, берем эту, как она называется. О, роток, голову на 17. И пытаемся отвернуть. Надо хорошо одевать и крутить вот так руку ставить. Потому что если вот так поставите, вдруг чуть-чуть отломится или что, и вы руку себе рассекете. О, пошло легко. А раз пошло легко, нужно, значит, надо. Ну, кому-то надо, а мне обязательно на трещоточку. Ну, зачем нам, чтобы, потому что, ну, мы же не совсем эти самые. Кто взял и улыбайся, крути. Очень легко идет. Ой, перчатки забыл, резиновые. А где они? Я их где-то просрал. В общем, нашел я перчатки. Недалеко были, здесь рядом лежали. А я целый круг по огороду сделал, чтобы найти. В общем, откручиваем гаечку. Ну, знаете почему в перчатках? Потому что у меня уже чистик скоро закончится. О-о-о, да тут что-то лютое. А как же так? Что же мне делать? О, тут что-то есть. Нету. Нету, есть, нету. Я думаю, ребят, видите, вот втулка этого сайлентблока закисла. Надо Валерой побрызгать. Обязательно. О, сука, сука, что я увидел? Ребята, сейчас покажу. Быстрее, быстрее, не уходите, стойте здесь. Так, сейчас, оп, оп. Я такое увидел, я такое ни разу не видел. Это, блядь, зверь закрутил болт. Крепление
сука, маньяк вот этот, о котором последнем. Болт уперся, сука, вот, вот так. Вот, вот сюда. Я царапаю что-то, короче. Думаю, что я там царапаю, когда кверху. Я же стал кверху поднимать, она не поднимается. Болт уперся в эту штуку. В маятник. А с той стороны, о, с той стороны не достал. Вот, мне повезло-то. С одной стороны хоть мне повезло, а со второй не очень. Поэтому, ребят, иду за Валерой. Валера, это, как сказать, бальзам на любое закисшее это самое место. Сейчас я приближу вас, чтобы вы видели, что и как. Смотрите, вот, не шевелится, может вырваться саленблок. Сейчас будет Валера действовать. Так, мы с Валерой пришли. Дело в том, что Валера всегда ходит в паре с пассатижами. Но пассатижи, так сказать, ушли на фронт. Вот так у Валеры шляпа снимается. Это Валера, знакомьтесь, от ВМП Авто. Да, это реклама, а вы что думали? Но сегодня Валера пришел с мотолком. Это мотолок. И смотрите, что будет. Оп! Так. Берем у Валеру. Немножко его встряхиваем. Брызгаем. Все, ждем. Ждем 2,5 часа. Это обязательные условия. Все, пойду чайку попью. Постригусь на лысо, побреюсь и это самое. А, ну и в душ схожу. В общем, сами знаете, что мне говорить. Ни хрена не вышло. Вот так. А тут еще и криво. Смотрите, на бок. Ну, маньяк. Сучья вымя. А по звуку там пусто. В общем, снял я эти амортизаторы. Саленблоки остались на шпильках. Что с одной, что с другой стороны. На улице темнеет. В общем, я не знаю, что мне делать. Этот еще кривее, вообще кривой, 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 как моя жизнь. Вот. Что делать? Не знаю. Пишите комментарии, что мне делать. Такие вот амортизаторы. Скорее всего, от маньяка. Может, от эндуриста. Или от высокого человека. В общем, или еще кого-то упустил. Не знаю. В общем, ребят, всем спасибо. Вообще-то за что? Мне спасибо, вам пока. Так сказать, вот так вот. Проверю, пока маятник болтается или нет. Нет, колесо только болтается. Маятник не болтается. Не, маятник чуть-чуть болтается вместе с колесом. Ну вот, примерно вот, как это сказать вам? Вот так примерно. Не, даже не так, пониже. То есть повыше. Колесо повыше, мотоцикл пониже должен быть в стойке. Вот так где-то. О. Без всяких этих эндуро, высокорослых маньяков. Ну и теперь точно пока. Пока-пока.
Это, кстати, ребят, я и побрился, постригся, ну и все остальное. Да, так и было.